Вот это самый красивый. Подчеркивает глаза. Да что ты. Купишь два за полцены и отдам. Ух ты. Опять ты? Твоя лавка? Нет, папа моего. А, почем? 800 рупий, пожалуйста. 800 рупий? Стой, стой, для тебя 550. Невероятно. Ладно, вот тебе 300. Давай так, 400 рупий и Ганеша. Зачем он тебе? Он сломан, видишь? Ты что, не знаешь легенду? Ганеша сразился с Парашурамой у порога своего отца. Да, защищая своего отца, Шиву. И потерял один бивень в этом бою. Любопытно. Так вот, держи, 600 рупий. Сдачи не надо. Подожди. Эй, тебе нужен проводник. Да, и сколько запросишь? Меня ждет сестра. Где она? А твой Ганеша? Сколько ты за него хочешь? Не продается. Извините. Что? Пойми правильно. С техникой у тебя порядок. Но Ганешу мне верни. Пожалуйста. Ладно. Хвалю за старание. Через мост никого не пускаю. Это очень опасно. Вот что, малышка, нам было весело. Но теперь тебе пора домой. У меня в лавке есть кровать. Сдам за 300 рупий. Лучшая цена во всей Индии. Извини, я не могу. Меня там машина ждет. Это плохая идея. Повстанцы, они очень злые. Слушай, мне надо кое-кому помочь. Знаешь что? Когда я вернусь, с меня пицца. Окей? Окей. Все. Черт, чтоб тебя. Дяденька! О, боже. Я папу потеряла. Он пошел за мороженым, я не могу его найти. Что такое? Я не могу вернуться домой. Тихо. Бедняги. Итак, красная дверь. Смотрите! Живай! Я ничего не сделал! Проклятый шпион! Что? Нет! Фу, заткнись! Он лжет! Нет! В машину! Шевелись! Вы ошиблись! Я вам клянусь! Я сказал в машину! Живо! Дернется! Пристрели! Слушаюсь! Ты! Со мной. Ублюдки. Навалю! Пошел! Пожалуйста. Ну, выбора у меня нет. Эй, погоди! Куда спешишь? Я же не знаю, вдруг прячешь чего под подолом. Руки вверх. Эй! На улицах опасно по ночам. Эй! Где живешь? Ты глухая? Отвечай! Я спрашиваю, живешь где? В Арафте. Я сейчас занят. Подождет. Слушаюсь. Ко мне срочно. Вас понял. Ты со мной. Остаешься. Сэр, а это... Да пусть идет. Слыхала? Вали. Повезло им, что я тороплюсь. Ага, красная дверь.
с улицы. Через час нас сменят. Грузовики опасны. Нет, спасибо. Розовый лотос. Мы тут уже несколько недель. Когда выезжать? Все по порядку. Сначала тут кто заберет. Должны быть никак. Одна на складе, одна. Слышь, дамочка, ты кто такая? Какого? Ты попробуй. Бежать не... Ты опоздал, Фрейзер. Я тоже тебя рада. Проклятье, они перебили первый отряд. Держи! Это как понимать? Я-то думала, ты профи. Да расслабься ты. Дольше проживешь. Расслабься? Я Сава месяц выслеживала. Он же совершенно непредсказуем. Еще один вояка мается без войны. Ты просто его не знаешь. Он постоянно меняет диспозицию, маршруты. И мы не можем так глупо рисковать. Мы? Внесем-ка ясность. Это мое дело. Хочешь в долю? Играй по моим правилам. Что скажешь? Тот, что с бородой. Вот и умница. Красивый. Нравятся психопаты? Кто без греха? Где их штаб? Верхний этаж, балкон. Ладно. К делу. Тебе не нужен картридж для принтера? Всегда болтаешь на работе. Ага. Мигом управлюсь. Ну или так. Ищем диск. Премного благодарна. Глядим в оба, да? Да. Ужас. Кладбище любопытных кошек. Кстати говоря. Верно. Тебе-то какая печаль? Все это принадлежит индейскому народу.
Это не моя война. Фрейзер, смотри. О, интересно. Заперт. Ничего. А. Осторожно. Красивый. Черт, уходим! Надин Росс. Приятный сюрприз. Осторожно, братья. У тигрицы есть когти. Асаф? Сколько лет? А ты все так же юна. Ну, спасибо. Работу ищешь? Ну, после смены руководства в твоей компании... Временная заминка. Все поправимо. Конечно, конечно. Но жаль. Нам очень нужен человек твоего калибра. Зачем ты здесь? Это ведь совсем не твой профиль. Коллекция неплоха, скажу прямо. Хлоя Фрейзер. Спец по древностям. Воровка. Работаешь на воровку? Сэр, там происшествие. Сэр, розовый лодок. Что? Кто-то перебил весь отряд. Прием. Сейчас буду. Диск. Ну да, диск-то. Вначале я приняла тебя за обычного повстанца. А. Но тебе удалось найти Хайсальскую империю. Неплохо. Но главную реликвию, Бивень Ганеши, найти посложнее. Что ты делаешь? 3 вторжения персов. 3 разных войны, и за все эти годы его так и не нашли. Найдем. Блефуешь. Единственная надежда хоть сузить круг поисков, призвать на помощь кого-то, кто способен раскусить артефакт. Того, кто много знает о хайсальской культуре. Именно. Эксперта по хайсальской истории. Я беру недорого. Паразитку, которая хочет нажиться на нашей борьбе за идею. Это отказ? Он не хочет. Ты смелая. Хвалю. Но таких экспертов с меня хватит. В реку их. Пристрелите в воду. Незачем. Сами выпрыгнем. За ними! За ними выпрыгнем! Другое дело! Давай! Нам нужно перебраться через реку! Вот они! Стреляйте! Это сейчас было. Грубо, но эффективно. Ты собиралась меня сдать? А я думала, ты профи. Это называется импровизация. Это еще как понимать. Ты позволила Асаву застать нас врасплох. Стоят ли такие услуги половинной доли? Так и знала. Ты хотела меня сдать. Да, горбатого могила исправит. Ты меня вообще не знаешь. Предупреждаю. Те, кто меня предают, платят жизнью. Вот река. Надеюсь, твой человек на месте. Черт! Пора уходить. Давай! Я за тобой.
Река под нами! Пытайся с фонаря! Готовься! Сколько там еще? Еще час, пока все по графику. Хорошо. Бивень Ганеши. Он же погибель хайсальской столицы. Глянь на него. Как успехи? Потихоньку. У нас каждая секунда на счету. Ты все напрягаешься из-за его дутого эксперта? Ха, не парься. Асаф либо уже в гатах, либо у нас на хвосте. И у него есть оружие, транспорт, сотни бойцов и... Говорю же, не парься. Это похоже на ключ. Может. Ну-ка. Так. Трезубец. Оружие Ганеши. Лук со стрелой. Пара шурамы. А топор? Это дар Шивы. Великая битва. Что? Битва, в которой Ганеша лишился бивня. Если мы найдем эти символы, найдем и бивень. Неплохо, Фрейзер. Да, ну... Скажи спасибо моему папе, он увлекался мифами. Тебе пригодилось. Он должен тобой гордиться. Солнце почти взошло. Пойду собираться. Молодец. Усилий, чтобы уладить спор. Для спокойствия моей души. Ну, красиво. Вот. Странно-то. Прости, что сомневалась, Хлоя. Это Хайсала? Хайсала. Эта постройка древняя, так что мы явно на верном пути. Что? Подозрительно. Тебе все подозрительно? Нет. Мы прошли почти сотню миль, и ни следа Асава. Ну и хорошо. Может, застанем их врасплох. Это вряд ли. Я ищу бивень, а ты Асава. Как скажешь. Так, о чем мы там? Ты что-то говорила об Асаве. Да, ну так вот. Асав-то на тебя определенно напал. Эй, погоди. Смотри, там грузовик Асава. Вроде никого. Интересный круговой узор. Как на дизеле. Да, мы в нужном месте. Должно сработать. Глянь наверх. Лук Парашурамы. В башне был такой же символ. Значит, Парушама. Парашурама. Парашурама, да. Так кто он там был? Шестое воплощение бога Вишну. Великий воин. Ясно. Запомнить бы еще все это.
Зря я перчатки не взяла. Ну, хоть ты перебрала. Сиди там. Или стой. Стой там. Так точно. Прошу прощения. Как ты там? Нормально. Ладно, видимо, не сюда. А, вот ты где. Развлекаешься? А, почти добралась. Есть. Вот это да. Спасибо. Идем. Ну ты смотри. И кто бы мог подумать? Говорила я, это ключ. Ай да умница. Ну что, посмотрим. Что это? Древний хайсальский пазл? А, конечно. Я делаю лук. Парашурама. Что теперь? Теперь мы повернем рукоять и глянем, что будет. Рискнуть хочешь? Ну, знаешь, охота за сокровищами предприятия рискованная. Война в целом тоже. Но если я срываю гранаты Чеку, я хотя бы знаю, что будет. А в нашем деле веселее. Ты слышала? Чувствуешь? Фрейзер, что? Посмотри. Охренеть. Там огромный рельеф, вырезан прямо в той скале. А ты боялась, что мы нажмем на рычаг и сдохнем. Да, как хорошо, что со мной дочь археолога. Интересное, небось, было детство. Интересное. Много узнала. Мой папа обожал Хайсалу. И тратил на нее все время. Я же готова ковыряться в руинах. Только ради выгоды. Понимаю. Я никогда не иду на риск без выгоды. Да уж, наверное. Все-таки рулить армией – большая ответственность. Вторая натура. Компания отца. Я приняла руководство. Семейное дело? Которое я запорола. Тебе ли не знать? Вы же с Дрейком были, не разлей вода. Ну, это мы в другой раз обсудим. Ну, куда дальше? Над водопадами крепость с трезубцем, а на горе крепость, помеченная топором. А, стоило мне уточнить о Дрейках, прежде чем на это подписываться. А тут не о чем особо рассказывать. Я хорошо знаю Нейта. Сэма намного хуже. Он как будто из ниоткуда появился. Всегда работаешь одна? Почти. И давно ты это начала? Девчонка. Быстро научилась делать вид, что поддаюсь, и выжидать. А потом забирать свое. Коварство не мой стиль. Всегда предпочитала действовать напрямую. По мне, лишь бы работала.
Гляди, трезубец Ганеша. Это я тоже в башне видела. Ганеша, сокрушитель преград. А ты молодец. Я подумала, раз уж мы ищем его Бивень, надо про него почитать. Это божество надо знать. Ему молятся, когда приступают к чему-то новому или когда хотят избавиться от сомнений и тревог. А, сокрушитель преград. Почему голова слона? Ему подарил ее отец, Шива. Очень мило. Когда срубил его человеческую. О! Ну да, с кем не бывало, правда? Вот наш кран. А теперь, наверное, это должен быть трезубец. Умно. Ого, это немного сложнее. Добрый день. Ну что, давай пустим воду. Эй, погоди, откуда нам знать? А вдруг там не вода, а лава? Ты издеваешься. Конечно, я издеваюсь. Ну вот. Что, мне даже жаль, что там не лава. Еще водопад. Да, два из трех. Какие безумные старания, чтобы спрятать Бивень. Дело в том, что Бивень был символом их величия, олицетворял их богатство и силу. Заманчивый трофей для персов. Да. Но мой отец был уверен, что Бивень — это даже нечто большее. Что? Твой отец искал Бивень? О, Бивень был его страстью. Он был готов копаться в архивах днем и ночью. Все наши деньги ушли на бесплодные экспедиции. Звучит знакомо. Чем кончилось? Я не знаю. Он велел нам с мамой уехать для нашей безопасности. И дальше мы жили в Австралии. И вот я стою здесь, на пороге Халибиду. Это забавно. Последняя остановка — крепость на горе. Это та, что с топором. К нам движется противник. Ну, ясно. Эй, братья, вы где? Прочешите сектор. Возможно, Росс и Фрейзер все еще здесь. Понеслась. Свободен. Теперь понятно, зачем оса убили. Я думала, он просто хочет денег, как мы. С Бивнем в руках он поведет за собой людей, сунет его властям под нос. То есть, как всегда. Такое уже было? Много раз, с тех пор, как юный король проиграл персам. Кто только не пытался захватить Бивень и эти земли. А я-то думала, у нас охота за сокровищами. Так и есть. На войны пусть тратят время люди вроде Осава, а не мы. Ну, на войны я немало времени потратила. Да, но ты же делала это за деньги. Как правило. А когда работала на Осава? Какие там деньги? Едва издержки покрыли. А, зачем ты это делала? Работала на репутацию. Пришлось начинать с самых низов. Да уж, ниже только дно. Эй, смотри, топор Шивы. Как хорошо, что я полазила по той башне.
Сала против тигра? Не очень честный поединок. Вообще-то Сала победил. Он защищал своего гуру, убил зверя одним ударом. Отсюда и название Хайсала. Хой на их языке значит удар. Сегодня я узнала что-то новое. Потом будет экзамен. Ого! Что это такое? Посмотрим, что эта штука делает. Статуя сдвинулась. Ну, попробуем пройти. Чтоб не провалиться. Хитро придумано. Ну вот. Да что ж такое? Три статуи и два символа. Звезда и кольца. Это хозяйские знаки солнца. Но ты продолжай. Я так и думала, что будет еще одна. Как ты догадалась? Бог любит троицу. Да? Свежий воздух. Хоть вздохнуть свободно. Там странно пахло. Смертью. Там пахло смертью. Думаю, скорее плесенью, там же вода. Смертью, точно. Теперь топор. Рады тебя видеть, Шива. Давай, надо уже с этим заканчивать. Хорошо.
Видишь, это рискованно. Больно. Ну, достоинство. Ну вот. Да будет вода. И теперь три. Знаешь, а у тебя неплохо получается. Быстро учусь. Один вопрос. Ведь ты могла бы заниматься чем захочешь. Зачем пытаться вернуть компанию? Ты серьезно? Мой партнер меня подло предал. Мой помощник удрал с деньгами. Дрейки сухими вышли из воды, а ты спрашиваешь, зачем мне моя компания? Да. Я допустила. Я все это допустила. А что за хрень ты все в руках вертишь? Игрушка от нервов. Она пришла по почте на наш австралийский адрес. Короче, нам пора идти, пока Саф не обогнал. Конечно, у меня не раз бывали неудачи. А что делать? Поднимаешь себя за шкирку и идешь дальше. Я не люблю неудачи. А кто их любит? Вот так. Как красиво. Сколько времени могло уйти на такую работу? Годы. Десятилетия. Хайсельские каменотесы были мастерами. И военачальники тоже. Ну да. Наверное. Это сделано в память о победах над персами. А они были сильны. Это да. Но недолго. Ну, тем хуже для них, да? Знакомый рисунок. Этот рисунок совпадает с тем, что на диске. И что это значит? Не могу сказать. Но, наверное, стоит попробовать. Танцуем? Хоть этот не сломай. Дерзко. Что это? Вот это неплохо. Такого я не ожидала. Готова? Да, просто... залюбовалась. А вот и центр Халибиду. Последнее место хранения бивня Ганеши. Красиво. Что? Что-то я не вижу между двумя статуями Ганеши никакой дамбы. Водопады размыли. Как туда попасть? Погоди. Да, корона. Это не от ветра. Ты права. Это была сторожевая башня? Здесь и вошли персы.
Я об этом городе так много слышала. И вот вижу его своими глазами. Сфотографируй. Отправишь отцу. Это мысль. Что, он не умеет пользоваться интернетом? Ну так напечатаешь и лично покажешь. Этот поезд ушел больше 20 лет назад. Слушай, о, нет, нет, ничего, ничего. Ну что, Халибиду ждет? Да. Идем. Вблизи они еще видят. Сейчас подойдем еще ближе. Извините. И это правда единственный способ. Ага. Веселишься? Сама знаешь. Ух ты! Класс! Весело? Самое безумное в моей жизни. В хорошем смысле? Не определилась. Воу! Есть! Ты молодец, подруга. Спасибо. Молодец буду, когда до короны доберемся. Странно, что нет Осава. Он где-то рядом, но наверху не столкнемся. Почему? У него духа не хватит сюда залезть. И персы любезно проделали для нас вход. Ого, неплохой выстрел. Видно, у персов был трибушет. Трибушет? А нельзя сказать катапульта, как нормальный человек. Трибушет — это тип катапульты. Может запускать тяжелые снаряды вроде этого на дальние расстояния. Да? Тебя этому в армии учили? Это я в Википедии посмотрела, как нормальный человек. Сюда. Я за тобой. Смотри, оружие. Ты была права. Со мной бывает. Это все персы? Думаю, тут и персы, и хайсальцы. Первая линия обороны. Вот это уже что-то. Эй, тут еще одна дверь. Посмотрим. Да будет свет. Тут как будто склеп. Индуисты склепов не строят. Усопших они чаще всего кремируют. Красивая церемония. Антиишти. На санскрите последняя жертва. Жертва? Тело — это сосуд, данный на время. И его надо вернуть, освобождая место другим. Это красиво. А этим не повезло. Эй, забирайся! Ничего себе. Боже. Здесь была последняя битва. О, но империю они не спасли. И пусть. Нам же лучше. Вот и вход. Надин, помоги этого сдвинуть. Ага. Давай, парень.
Вот так. Извиняюсь. Пардон. Мы близки к цели. Только бы ближе, чем эти парни. Ну что, знакомое устройство. Что-то новенькое. Что это такое? Могу предположить, что это какой-то механизм, открывающий ту дверь. Итак, посмотрим налево. Шива дарит Парашураме топор, а справа герой Парашурама отсекает Ганеши бивень. Стоп. Топором? Да. Тем самым, который ему подарил Шива, отец Ганеши? Ну да. Ну и жесть. Отцы и дети. Давай, попробуем открыть дверь. Ну-ка, глянем. Так, фрагмент переместился от меня. И его тень тоже. Вроде получилось. Есть! Дверь открылась. Да. Причем без всякой твоей помощи. Пожалуйста. Сала и тигр. Скрестим пальцы. Так и должно быть? Не знаю. Не вгони нас в гроб. Ты зануда. Готова? Тихо. Поразительно. Какого Шивы? С языка сняла. Фрейзер! Росс! А нет, нет ничего. Думаю, все будет путем. Путем? Где этот проклятый бивень? Не знаю, я ничего не понимаю. А я понимаю. Твоя Хейсала водит нас за нос. А ты права. Ну, класс. Нет, послушай. Ганеша — покровитель Халибиду. А Шива — покровитель Белура. А Белур — это древняя... Ну, столица. Именно. Что, если король специально построил великолепный город, который стал прекрасной мишенью для персов? А прежнюю столицу все забыли. То есть весь город — приманка. И его отдали персам, чтобы защитить Белур и сокровища. Сдается мне, что бивня тут и не было. Никогда. Где Белур? О, черт! Вот так точно не должно быть! Сейчас рухнет! Хватайся за край! Живы. Ну, талант и немного удачи. Эй,
Неплохо, партнер. Неплохо. Дай 5. Господи, ты чего? Ужасно. Как можно дать 5 и промазать? Эй, поправь, если я ошибаюсь. Разве тут не было водопада? Был. Что это такое? Акведуки? Не. По ним спускаются водопады. Круто. Это что, мы сделали? Ну, это я сделала. Дерзкая. Слушай, ты извини меня за ту бестактность. Ничего. Вы бы с моим отцом точно спелись. Он тоже был на редкость упрямым ослом. Знаешь, вот это они заметили. Надо уносить отсюда ноги. Согласна. За мной? Ладно. Чтобы сохранить свои секреты. Думаешь, солдаты знали, что они были приманкой? Может. Вон какие часы. Забрал у одного старика в городе. Старый козел. Не хотел мне их отдавать. Так. Ага, помню. Правый мой. Не понял. Ну и так. Уже можно пролезть. Так. Там впереди свет. Бедняги. Не знаю. Я бы лучше сдохла в клетке, чем на пыточном столе. Я учту. Слышишь? Ну да. Наверху есть пролом. Око Шивы. Впечатляет. Мой эксперт ничего не нашел за неделю. Может, просто плохой у тебя эксперт? Может. Знаешь,
Один хайсальский поэт писал, как юный король. Своей милостью положил конец жертвоприношениям. Но древние короли хорошо понимали, что прогресс требует жертв. Ты это людям втираешь? Ладно. Короче, во время войны в этих акведуках вода была алой от крови. И те, кто не сражался, служили стимулом тем, кто сражался. Пора заканчивать. Видишь ли, чтобы править, прежде нужно посеять хаос. Нет, стой! Я подниму в народе смуту. Я искореню слабую кровь юного короля. Начиная с тебя. Сучий фаталист! Хватись за что-нибудь! За что хочешь? Фрейзи, живая? Да. Вроде да. Эй, аккуратнее. Ты полчаса в отключке. Полчаса? Да. Охренеть. А? Черт, Асав забрал диск. Не спеши. Нам нужно срочно. Эй, полегче, ладно? Идти сможешь? Да, с утра бывало и похуже. Верю на слово. Хорошо, что ты жива. Тебя? Ведь тут две, да? Да. Ладно. Пойдем за диском. И пушками. И пушками. Давай откроем. Священная корова. Это Нанди, привратник Шивы. Наверняка там вход в древнюю столицу. Акведук открыл путь. Ага. Черт, Асав уже туда заходит. Ну так давай спускаться скорей. Нет. В смысле нет? Сэм Дрейк. Его эксперт — это Сэм Дрейк. Да. Черт. А знаешь, это хорошо. Убью сразу двух зайцев. Надин. Что? Что? Ну, короче, по факту, мы тут из-за Сэма. Надеюсь, ты шутишь. Так получилось. Сэм пошел разведать для меня... Твою мать! ...насчет диска. И не вернулся, а я не могла ты его бросить. Ты втянула меня, и... несмотря на мою историю с Дрейком. Твоя история с Асавом интересовала меня больше. Можешь от души, если хочешь. О, я могу. Знаешь что, Надин? Это ничего не меняет. Ты получишь свою половину. Да? Или вы с Сэмом первым делом меня бортанете? Нет, это не в моих правилах. Именно это в правилах твоей породы. А я тебе поверила. Слушай. Я хотела сказать тебе про Сэма. Я просто ждала подходящего момента. Ты врала мне в глаза. Я не врала. Я просто умолчала про Сэма. Охренеть. Асав нас обходит. Нам нужно спешить. Нам? Вот черт.
Слушай, я... Говори уже. Ладно, раскроем карты. Ты мне нужна. Раньше надо было думать. Без меня ты Биви не найдешь. Но облажалась я. Да. Это типа извинения? Если это успокоит твои нервы, то да. Слушай, нам обеим тут есть что потерять. Разве нет? Имей в виду. Для меня главное Бивень. Не Сэм Дрейк. И уж точно не ты. Как скажешь. Что ты делаешь? Заметаю следы. Ого, что это? Ну а на что это похоже? Что они такое делают? Пытаются срезать. Лопни мои глаза. Ух ты! Короли повели своих людей в эти туннели. Что? Мы нашли не вход. Мы нашли заднюю дверь. Извините. Что это? Не знаю, но это близко. Похоже, из-за тех взрывов тут все обрушилось. Спокойно. Чш-чш, не бойся. Сейчас мы тебя освободим. Стоп, стоп! Да стой ты! Надо слезть! Да успокойся ты! Ты мне или слонихе? Обеим! Тише! Тише. Вот так. Вот так вот. Куда она нас несет? Куда захочет. Вот. Хочешь поесть? Слушай, я... У меня вообще проблемы с общением. Ты эгоистичная сволочь. Да. Все так. Я эгоистичная сволочь. Да. Приятно слышать. Ну, слыхал, папа? Хоть что-то я переняла. Что с ним случилось? Он не умел вовремя остановиться. Получил от Министерства культуры финансирование очередной экспедиции.
Убедил их, что он на пороге открытия. Как всегда на пороге открытия. Но на его лагерь напали бандиты, и... тело нашли через месяц. А мне осталась эта побрякушка. Сочувствую. О, да брось. Это был его выбор. Ну... Слушай, Фрейзер, тебе не нужно. Что она делает? Я думаю, бежит. Останови ее! Попроси их послановить! Посмотри. А, вот куда она так спешила. Так вот, по поводу Сэма. Ладно, я поняла. Проехали. У нас у всех бывают проблемы. Давай мы просто об этом забудем. Ладно. Хорошо. Пошли. Даже если сегодня у нас больше ничего не выйдет, мы хотя бы воссоединили семью. Бык тебя убьет. Пожалуй, после всего этого глупо будет тут умереть. Давай я смотрю. Ну, спасибо. Немного подвинься. Хорошо. Теперь немного наклонись и протяни руку. Что? Так гладить слона безопаснее. Большое спасибо. Я давно не видала слонов, но они же обычно побольше. Ты, наверное, видела африканских слонов, а это индийские. Эй, там наверху. Я вижу свет сквозь воду. Не каждый день выпадает увидеть тайный город, который много веков никто не видел. Кроме Осава. Кроме Осава. И его людей. И его людей. Готова? Ты все удовольствие испортила. Понимаешь? Я готова. Знаешь, мне жаль, что Белур спрятан от мира. И ясно почему. А красоты вокруг все больше. Если кто сомневался, что это Белур, вот Шива. И Нанди. А это Ганеша? До того, как получил слоновью голову? Возможно. Или это Картикея, старший сын Шивы. Он бог войны. Похоже, их дороги разошлись. Вот черт! Они взорвали вход. Наверное, этот взрыв мы и слышали. Они хотят задержать нас. Да. А это еще что такое? Что это? Древнее письмо на языке Каннада. Похоже на поэтические строфы. Это библиотека? Похоже, да. Фрейзер, сюда. О, посмотри. Невероятно.
Это какой-то алтарь. Правители страдали за свой народ. Они не просто защищали Бивень. Историки считали, что это символ власти и могущества. Но, видимо, они не так поняли. Это был символ народа, их культуры. Символ их самих. А это что? Отец был здесь. На пороге открытия. Почему же этот болван не сказал мне? Ты же знаешь. Ради безопасности. Нельзя отдавать Бивеня Саву. Нет. Нельзя. Спасибо. Скажешь спасибо, если живыми уйдем. Резонно. Не забудь Ганишу. О! Хорошо, что взяла. Ага, что-то получается. Я вижу еще несколько рычагов вокруг. Рука движется. А точнее, вправо. Вижу, вправо. Может, это из-за размера статуи? Но я только сейчас заметила, что ушивы королевская кобра как ожерелье. Это Васуки, царь нагов. Эти существа принимали форму королевских кобр. Это символ контроля над страхом и смертью. Хм. Кобра — это вообще моя любимая змея. А у меня нет любимых змей. Хм, что это там, наверху? Не все сразу. Хорошо. Хорошо, что теперь? Нужно сделать что-то еще. Поищу с другой стороны. Ага. Ага. Ну вот. Хорошо. Этот мой. Опускаем барабан Шивы. О, этот похож на трезубец. Поскорей. Прыгай на барабан. Это не песочные часы. Это барабан в форме часов. О, черт, началось. Держись. Yeah.
Надо повторить с другой стороны. Ну да. Я подожду здесь. Не вопрос. Назад дороги нет. О, нет. О, нет, нет, нет. Прекрасный совет. А, еле проскочила. Чуть без штанов не осталось. Посмотрим, что наверху. Получилось? Сейчас узнаем. Свет падает вон на ту статую. Похоже, это не все. Если хайсальцы хотели что-то спрятать, они подходили к делу серьезно. Так, и что теперь? А, ну вот. Штука, что она держит, это призма. Вот черт, это сломано. Покажи. Погоди. Сможешь? Ага. Вот. Ты великолепная статуя. Давай уже. Эта штука тяжелая. Ага. Осторожно. Уступ на вид хлипкий. Поняла. Так, сработало. Что, можно отпустить? Нет, погоди. Что происходит? Мне отсюда не видно. Погоди еще секундочку. Столько воды. Ритуал очищения. Зеркало. Черт, нас нашли! Готовься! Нет! О, нет, нет, нет!
Подумать только, живые, а я уж прямо заволновался. Идем. Вас уже ждут. Он вас не выдал, как я не уговаривал. О, Сэм! Господи. Ух ты, кто пришел. Бедный. Ничего, он слабее бабы. Да что ты. А ты, значит, сильнее бабы. Может быть, проверим. А она как сюда попала? Ты послал за помощью. Вот помощь. Да, но... Должен признать, ты весьма хитроумна. Сперва украла диск, потом подослала эксперта водить меня за нос. Так ловко? Индийская кровь в тебе и правда есть. Ну? Закончим начатое. Встаю, встаю! Что ж, на один раз. Захлопни просто. А ты отлично выглядишь. Ты не понял? Что за вонь? О, ты уж извини, мне тут давно не выпадала возможность принять душ. Из всех, кому можно было обратиться за помощью... Она не раз спасла мою шкуру. А ты часом не забыла, что она не раз пыталась продырявить шкуру мне и Нейту? Будем честны, это намерение было у вас взаимно? Да, но не в этом дело, а в том, что как только мы расслабимся, она вгонит нам в спину нож. Между прочим, я все слышу. Знаю! Я верю ей. Знаешь что? Ладно, я просто немного зол, что столько усилий потрачено впустую. Но тебе-то к этому не привыкать. Ух ты! О, вот здорово, спасибо. Нашли время, девки. Могу добавить. Давай после уроков. Поторопись. Зловеще. Очевидно, это последнее испытание. Мы тут уже не нужны, так что мы лучше пойдем. О, наоборот. Ты знакома с мифом? Видишь? Шива дал Парашураме топор, который тот обрушил на Ганешу, и поверг сына Шивы, одного из величайших богов, на колени. Еще одна жертва войны. Хлоя, стой! Заткнись, ладно? Он уступил. Ты живая? Ага. Вот неожиданность. Охренеть. Вот баба с яйцами, а? Я не понимаю. Это идиома. Потому что ты все перепутал, дружок. Ганеша сам позволил ударить себя топором. Это просто бред. Уж для тебя-то наверняка. Просто Ганеша мог одолеть Парашураму в легкую. Но тогда... Великий топор Шивы был бы пустым.
дар. Этим Ганеша защитил честь своего отца. Даже она поняла. А ведь в ней нет индийской крови. Он великолепен. Ну, чего притихло? Могу подсказать, куда его засунуть. Ну, друзья мои, я бы рад убить вас сам, но не стоит гневить богов. Все же вы принесли мне великий дар. И как ты с нами поступишь? Затопит зал водой. Я буду скучать. Да ладно, а без этого вообще никак? Ничто в этом мире не погибает, но возрождается вновь. Давай ты просто нас пристрелишь. Ну да. Пока вода поднимается к ноздрям, у вас будет время подумать о своих деяниях. Может, в будущих жизнях вы исправитесь. Урод. Не знаю, как вы, а я сейчас очень сожалею о многих своих деяниях. И не говори. А уж как я мечтала еще разок надрать тебе зад. Ну, знаешь, я тоже не в восторге от перспективы потонуть рядом с тобой. Слушайте, вы заткнетесь, а? Я пытаюсь думать. Отмычка! У меня сейчас! Теперь меня! Сейчас! Что тебе? Да, мы вперед! Дорогая, не хочу торопить тебя, но... Ноги промокли. Отлично. Пора бросать курить. Прячьтесь. Нас видели? Надеюсь, нет. Где Асаф раздобыл вертолет? Наверное, у покупателей. В смысле? Он говорил про встречу в железнодорожном депо, что-то про оружие. Он продаст бивень. Ценитель древней культуры. Эй, погоди секунду. Я хотел сказать спасибо, что... Профессиональная вежливость. Ну да. Так что, мир? Нет. Ну, конечно. Поспешим, и можем успеть перехватить бивень. Ха, а вот и транспорт. Они плохие. Вон, железная дорога. Тормозим. Ну, прям час от часу не легче. Люди Асава плюс наемники, их человек 20, не меньше. Стоп. Что в этом ящике? Пушки, боеприпасы, может? Может. Я думал, твои не торгуют оружием. Ты... Мои не торговали. Черт с ним, с ящиком. Где бивень? Ну, вон Асаф и... Орка. Кто? Мой заместитель. Помню этого типа. Да, точно он. Такой же потлатый. Да? А? Уловила. Все, сделка завершена. Бивень забрал твой орка. А мы заберем у него. Эй, так-так, стоп. Куда? А как же план? Я же говорю, там человек 20, не меньше. Не парься. Дольше проживешь.
Я так горда. Я не понял. Что ты сделал с компанией? Ну, она больше не убыточная. Это был риторический вопрос, Лапа. Надо было пристрелить тебя на острове. Надо было. Не пришлось бы смотреть, как вы убегаете, поджав хвост. Так, может, вы потом отношения выясните, а? Бивень, давайте. Вы с ним партнеры? Либо у вас память отшибла, либо дела идут еще хуже, чем я думал. Ну да, я смотрю, мне тут никто не рад. Это не я опустилась до продажи оружия банде мятежников. Ну вот оно. Вот оно. Вы всегда мыслили мелко. Вы правда думаете, что я выменял бы его на обычное оружие? Да мне плевать. Отдай бивень. Черт возьми. Вы же пропустите фейерверк. Повторять не буду. Ладно. Ловите. Метка. Спасибо. Только разброс великоват. Слезай с меня. Ага, понял. Можно я посмотрю? Эй, вообще-то мне причитается треть. С тобой Хлоя поделится. Слушай, ты тут новенькая, и так в нашем деле не принято. Это плата за услуги. Нет, погоди минутку. Это бомба. Что? Господи, Асаф обменял бивень на бомбу. Фейерверк. Это плохо. Да. Рельсы проходят через город. Через рынок. Так, нужна связь. Сообщим властям. Будет поздно. Если рванет... Погибнут тысячи. Ну, это, конечно, ужасно. Но мы-то свое получили. Я... Что? Ты что, правда за поездом собралась? Ну ладно. У тебя план-то есть? Планирование в этой организации пункт опциональный. Позволишь ей себя угробить? Нет, я... Ну, она вроде как права, черт, я не знаю. Это не наша война. Сама сказала. Догонишь поезд, что потом? Бомбу уже не обезвредишь. Согласна. Хорошо. Значит, мы сообщим властям. Это не наша война, а моя. Если бомба рванет в городе, такое начнется. Я не могу сбежать. Устала я убегать.
погибнешь. Не дождешься. Эй! Отложи мою долю, ладно? На всякий случай. Эй, я тут с ней не останусь. Вылезай. Нет. Это мое место. А. Ладно. Я пересяду. Ну что? А тебе не плевать? Ну, у него бивень. Ты поняла, куда они поставили тот огромный ящик? У двигателя. Хорошо, тогда нам туда. Попробуем с другой.
на бомбу, захватить поезд. Досад, наверное, это месяцами планировал. Тем приятней будет все ему испортить. Кажется, мы у цели. Не идет! Давай вместе! Тяжелая посуда! Лезь, я держу! Все! Вылезай! Ого! Больше, чем я думала. Ну так она армейская. Ну-ка, помоги! Боже, не сдвинем! А обезвредить? Нет, сразу взорвется. Ладно, план Б. К локомотиву. Ты идешь? Ой, лезь! Это локомотив. Можем пролезть тут. Давай! Нет! Нет, нет, нет! Что там? Ее приварили. Черт! Эй, на крышу! Не думай, что делаешь. Просто делай. Давай! Надо по-другому. Ну, если у тебя есть идеи, слушаю. Стрелка! Что? Впереди! Там стрелка! Если переведем поезд на другой путь, выиграем время! Вот это неплохо! Вот черт! Тебе крышня! Нужна машина! А надо ли? Она дама лихая. Сэм. Ну, я просто... Черт! Беги! Я не задержу! Ладно. Сработало. О, господи, мост! Черт! Черт!
Стрелки! Ну, я всегда считал себя человеком терпеливым. Но вы две шавки особой породы. Хам! С удовольствием тебе врежу. Ну давай! Покажи, что надо! Бей его! И что я в тебе нашел? Да мне плевать! Рискнете жизнью? Ради кого? Ради горстки черни? О, ты невыносим! В моих жилах течет кровь древних королей. Мой народ снова восстанет. Как бежать? Это моя земля! Вы-то что тут хотите получить? Мы просто хотим помешать тебе! Бомба? Да я просто куплю другую! Сожгу твой город, воровка! Твоя чернь будет молить о пощаде! Один! Покончим с этим! Не рыпайся! Надо уметь вовремя признать поражение! Ваш час! Ты? Надин! Я сейчас! Вы все испортили! Испортили! Ритуал очищения был бы прекрасен! Почему вы просто не сдохли? Вот и все. Рано радуетесь. Придут еще. Как тот юный король, вы ничего не добились. Ты совершенно прав. Прогресс всегда требует жертв. Фрейзер, нам пора. Ах ты, мерзавка! Бежим! Господи! О, Сэм! Забирайтесь уже! Женщина! Да это мышцы! Все так говорят! Давай, давай! Спасибо! Слушайте, как вы оттуда выбрались? Честно говоря, я сама не поняла. А где Асаф? Взорвался с поездом. А, ну что, туда ему и дорога. Вот это вид. Класс.
Ага. И дело сделано. О, да. Ну, куда теперь? Надин Росс. Вернешь компанию, выйдешь на рынок оружия? К черту компанию. Да ну. Ну да. Вообще-то я подумываю всерьез заняться поисками сокровищ. Никакая сволочь тут не ищет партнеров. Ну я... Не ты. Окей. О, извини, я работаю только с профи. Ага. Где бивень? А он не... Господи. Что, Сэм? Да шучу я, шучу. Вот он. А вы... Ау! Алло! Больно же. Последняя сигарета. Какая красота. Да. А сколько, вы думаете, мы за него получим? Ну, Министерство культуры наверняка наградит нас. Ага, ага. От всей души. Да? Партнер. Давай. Да уж, ну вы юмористки. Министерство культуры. Боже, вы что, серьезно? Угу. У меня есть частный клиент. А? Ну, послушайте вы минуту. Я все понимаю, благородство и все дела. Ну, правда, я же полностью поддерживаю. Ну, нельзя ли... На, вот, пиццу поешь.